проводил совещание исполняющий обязанности главы Александр Новиков. Как доложил генеральный директор МУП ККП Вячеслав Седунков, в многоквартирных домах идет ремонт крыш и герметизация швов. Дефекты на теплосетях второго микрорайона устранены. В настоящий момент город на циркуляции. Отключены, значит, от горячего водоснабжения от потребителей 8-го и 7-го микрорайона в связи с ремонтными работами, проводимыми Смоленской атомной станции на магистральной теплосети номер 2. В городе пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 21 июня в 18:00 на городской летней эстраде состоится ретро-вечер «Завтра была война». 22 июня на территории Кургана Славы с 10 до 12 пройдет возложение цветов и венков, а также всероссийская акция «Свеча памяти». За прошлую неделю в Центр занятости Десногорска обратились 23 человека, трудоустроено 12, всего на учете 112 человек. Безработица в городе составляет 0,68%.